Порядок, я в главной аппаратной комнате. Но защитная дверь надежно заперта. Спеклс, ты можешь взломать ее удаленно? Да, разумеется, могу. Но у нас небольшая проблема. Сейбр хранит коды на двух серверах. Оба надежно защищены. По сети мне до них не добраться, Дарвин. Боюсь, тебе придется установить на них по Wi-Fi передатчику, чтобы я получил к ним доступ. Понял тебя, Спекс. Хейо, гайз, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Миссия Дарвина. Окей, я забыл, как оружие брать. Тихо-тихо-тихо! Да свалю быстрей! Полный порядок. Следую дальше устанавливать передатчики. А, Дарвин, прости, что не распознал эти приборы прежде, чем они добрались до тебя. Все в порядке, Спекс. Скоро мы закончим дела и свалим отсюда. Да, Спекс. Вообще ноль проблем, я чуть не сдох. Спексу может быть все равно, но мне нихера не все равно. Ага, и там я не могу хвататься, ладно. Мне нужна эта хилка, чтобы я дальше хотя бы смог идти. Иначе я где-то вот здесь залечу. Хоть более-менее. Мне нужно отхилиться полностью. Снаряды, снаряды, снаряды. Но это все не то. Что-то новенькое там летает. Я понял. Хотя я тупой, я мог от робота вот этого начать лететь. А, блин, там тоже была решетка. Ну ладно. Дело в том, если я здесь прыгну, главное, чтобы я смог потом обратно вернуться. Хотя, подожди. Все. Thank you.
Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Теперь вопрос, могу ли я обратно вернуться? Найс. А, и там закрыто. Ну ладно. Спеклс, ты можешь проверить сигнал? Да, получаю очень четкий сигнал. Остался еще один Дарвин. Сердечком. О, отлично. Ясно. А мне вот интересно, а мог бы ли чип моя муха? Не может, лах. Ага. Новички повыходили. Ага. Что так будет. Пусть пока что будет так. Карта зона. Количество заряда, в принципе, я могу улучшить как вариант. Здоровье. А, улучшение здоровья. Во, я думал, типа хилки. Просто типа купить, отхилиться. Нихера себе, у меня теперь патронов на этот пулемет. Все-таки это полезная вещь, улучшение оружия. Так, прежде отправляем муху. Вот и все. А, то есть мне всего лишь нужно было один раз открыть эту херню. А, ну ладно. Порядок, оба передатчика установлены. У тебя все козыри, шеф. Так точно. Направляйся обратно к защитной двери и предоставь остальное мне. А, типа, не будет на меня никто нападать? Никто, ладно.
Окей. Так, 4 выстрела надо. Раз, два, три, 4. Ладненько. Да ёлки-палки. Я знаю, что я могу от вентилятора это сделать, но не впадло. Так, куда теперь? Аж. Можешь купить все-таки до конца улучшение. Плюс мы еще 2 диска нашли. Припасы. Передатчик Муча. С этим прибором управление Мучем можно дольше. Пускай будет. Конечно, у меня до хера, поэтому пускай так. Порядок, Спеклс. Я у дверцы люка. Подожди. Есть. Должно быть открыто. Ты гений. Вхожу внутрь. Контрольная точка. Сразу. Центр. Возможно, оттуда кто-то выйдет. Давай этих чубрик по-любому не просто так. Электрофонарик. Защитное поле спутниковой антенны. Это поле защищает вашего противника от любого нападения. Чтобы отключать эту защиту, выделите из строя антенны. Так, пока он не убил их. Так, готово. Вау! Почему факел? Так, военизированный факел Саберлинг. Возьми для большинства видов оружия, закладывает электрические мины, которые пронизывают местность смертоносным электромагнитным полем. Однако его самонаводящиеся снаряды можно перенаправить на другие мишени. Это как? Так, золотой диск с улучшением. Нанохакер появляется в торговой... О, нанархака. Нанар.
Сохранить игру, да. Пора убираться отсюда, Ди! Ого! Уничтожайте врагов и препятствия при помощи импульсной пушки и самонаводящихся ракет. Хорошо, что мы не спешим. О, черт, плохая шутка. А, то есть это еще заканчиваются боеприпасы? Блин, предупреждать надо! Вот что значит ползти как улитка. Берегите головы. Ограждение спутниковой тарелки прямо на пути. Ну ладно. И так сойдет. Тише едешь, дальше будешь. У нас тут минное поле. Вентилятор, что новенькое? Нажмите кнопку прыжка, чтобы сменить колею во время езды вдоль труб или рельс. Так, а где сейвы, которые я подобрал? Нажмите кнопку прыжка, чтобы сменить колею во время езды вдоль труб или рельс. Тихо. Засада прямо по курсу. Осторожнее с этими шредерами. Уху, пронесло. Думаю, мы от них отцепились. Так, теперь надо собраться вместе и понять, что именно сейчас произошло. Да фиг его слушай. Но это было мощно. А, еще не все? У меня обновление ленты новостей. Соединяюсь. Уже подтверждено, что неизвестный вирус поразил электрооборудование по всему миру. Правительство настоятельно рекомендует не использовать электрооборудование и даже не находиться вблизи него, пока не будут найдены причины странного феномена и способы противодействия. А часики-то идут. Бригада М, у меня есть план. Наша первая цель — отдел продаж. Надо остановить распространение этих штуковин. Затем, покончив с этим, мы можем ликвидировать сам завод. Время не ждет. Я готов, парни. Хорошо, хорошо. Выдвигайтесь на позиции. Готовы. Разделяемся. Вперед! Ну так вот. Порядок. Я пробрался на завод, где Сейбр делает свои смертельные игрушки и шлет по всему миру в красивых коробочках. Мы наведем тусор в пути. Спеклс, где моя цель? Дарвин, ты должен проникнуть на главный склад, затем взломать один из производственных компьютеров и получить карту завода. Включи конвейерную ленту, это кратчайший путь внутрь. Будет сделано. Окей. Карта. По той же цене все-таки.
Нанохакер действует на чипы Сайберлинк противника, временно превращая его в союзника. Не действует на неуязвимых врагов. Во время игры вы можете выбрать три разных вида оружия для быстрого доступа. Чтобы поместить оружие в быстрый доступ... Ага, все удерживать надо. То есть я могу только трех врагов взять с собой. Но это и является Шреддером, ведь так? Ладно, давайте тогда, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!